бокс. Красного ринга Шибанов Артур представляет ударник. Боксом занимается 3 месяца под руководством Афалена Мартиросяна. В ринге проводит свой первый бой. В синем углу ринга Соловьев Дмитрий представляет ударник на Кожуховской. Боксом занимается 5 месяцев под руководством Харченко. В ринге проводит также свой первый бой. Пара готовится к выходу в ринг. Красный угол фойе, синий угол Калинин.